Всем привет, с вами Аурум, и сегодня мы будем смотреть на гипермедведя, то есть медведь под пассивкой шатун еще и стал боссом. Это невероятно уникальный контент, правда. Я давненько посматривал на этот ролик, но не было возможности его глянуть. А сегодня специально для вас вместе с вами его посмотрим и оценим, как же действует этот медведь. Ну еще у меня два небольших объявления. Первое, видос, где я играю на гигантском планшете, уже готов и выйдет завтра на канале, не пропустите. Вы очень много раз меня просили о том, чтобы я не просто открыл сундуки, но сыграл на планшете, и я это сделал с огромным трудом. Ну, он тупит, понимаете, процессор у этого планшета, но я это сделал. И еще одно объявление. Буквально на днях у Ани было день рождения, и я ей подарил кое-что особенное, а именно автомобиль. Причем подарил не просто так, а в принципе, с огромным таким офигительным сюрпризом, можно сказать, с разводом, с неким обманом, потому что она вроде бы видела с шариками одну машину, но подарил я абсолютно другую. Ребят, обязательно перейдите по ссылке в описании и посмотрите этот видос, вам стопудово зайдет. Это реально, ну, я сильно старался, готовился к этому не один месяц, и вроде бы все получилось как надо. По ссылке в описании на Aurum Drive обязательно переходите и смотрите. Ну, а мы переходим к основной теме ролика. Ну что ж, значит у нас челики побежали. За ними 8 бит. Что происходит? А вот это вот нормальная фигня. Это реально прикольно. Это действительно очень прикольно сейчас было. Так, 6 секунд понадобилось Спайку для того, чтобы замастырить Мишку, причем убегая. Роза. Розе главное тоже как бы не умереть, да? То есть тут важно не умереть. И 7 секунд. То есть еще раз, мы по топу замеряем, кто же лучше справится с медведем. Очевидно, что каждый может с ним справиться, но кто лучше, у нас попадает в топ. Но и, блин, такого я как бы не видел, чтобы медведя против всех бравлеров. Это интересно. Тара. Ой, ну мне кажется, это будет довольно долго. 4. Ну все, это не топ-1. И бах! Да, это третье место пока что. Пока что третье место, но еще все впереди. Эмс. Это тоже будет ужасно, потому что очень близкая дистанция. Убежать она от него. Да ладно, она сейчас что, умрет? Хилься, хилься! Не умерла. 13 секунд, очень долго. Нита! Четвертое место. Хорошо, неплохо. И есть! Но 14 секунд — это очень и очень долго. Ребятки, многие из вас знают, что я тот еще авантюрист. И сегодня я хочу показать вам сайт под названием UpX, где вы можете неплохо так поиграться и, возможно, даже выиграть. Хочу подчеркнуть, что не воспринимайте данный сайт как вид заработка. Это просто игра, где вы можете получить денежное вознаграждение. Но в то же время можете проиграть и все. Но тема очень веселая, очень прикольная. И просто посмотрите, например, на режим Crash. Вам нужно угадать коэффициент. И если вы угадаете, то все будет круто. Давайте покажу, как играть. Например, ставим 1000. И я ставлю, что это будет, например, 2,6. Погнали. Погнали. Очень важно. Очень важно сейчас не провтыкать. 2,6. 2,6, братан. 2,6. 2,6, 2,6, 2,6, 2,6, 2,6, 2,6, есть! Есть, все, я получаю...
На 4.21 оно закончилось. Поставил бы 5, жадность фраера бы сгубила. Видите, 3.130 сейчас. Довольно изи выводить. Просто нажимаем вывести, вводим сюда номер кошелька и ставим сумму, которую я хочу вывести. Ну, например, 3000 рублей. Нажимаем заказать выплату. Выплата заказана. Хыдыщ! Выплата успешно осуществлена. Помимо прочего, здесь также есть отзывы. Можете зайти почитать. Здесь есть кэшбэк. Чем дольше ты хранишь деньги на сайте, тем больше у тебя бонус. И помимо прочего, перейдя по моей ссылке, вы получите до 5000 рублей бонусом. Ребят, ответственно относитесь к подобным авантюрным, азартным увлечениям. Но тема реально веселая, согласитесь. Погнали дальше! Кстати, ничего, что у меня прям просвечивается эта тема? Я думаю, вас не сильно смущает, да? Такая дырочка сквозь меня. Воробушек, я ставлю на то, что он должен все-таки себя неплохо показать. И это третье место. Третье место на данный момент. Забавно, что Спайк был в самом начале, я бы на него, конечно, поставил. Но еще у нас есть Булл, Шелли, и у всех бравлеров не юзается ульта. Тоже справедливости ради. Блин, ну кто додумался до этой наркоманской идеи, а? Ой, вот это вообще будет сложно. Взять медведя-шатуна и реально проверить. Это капец, как трудоемко. Кстати, ссылка на оригинальный видос в описании. Подпишитесь на Камикадзе. Это очень тяжело реализовывать эту тему. Девять секунд. Пока... Мортис, о боже, я даже... Мне кажется, на Мортисе самое главное просто хотя бы выжить. О боже. Леня, давай, we can do this. Ого, смотри, что сделал Леон. Офигеть. Топ-1? Нет. Причем, обратили внимание, Тик вообще первое место занял. То надо уметь бросать. Леон теперь нам... Кстати, это крайне странно. Я бы ставил все деньги мира на Спайка. Но оказывается, Леон получше справился с медведем-то. И Тик, кто бы мог подумать, что Тик. Бан. Так, ну... Нет, 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 даже не в топе, да? Нет, не в топе. Не в топе. Double Trouble. Бах, 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 бах и бах. Четыре, нет, это тоже, это не топ. Это не топ. Где ближники? Хочу увидеть побольше ближников. Это очень забавно. Я думаю, не в пятерке. Точнее, не в четверке. Хотя, смотри. Четверочка, я ошибся. В четверочке, 6.3. Опа, и Фрэнк. Но без ульты... Без ульты... Нет, нет. Нет, все. 6.7. Чуть-чуть не хватило до четверочки. Пока. Not cool. No. No. Слишком-слишком долго. А вот это вообще будет бан. Это капец. Хотя смотри. Вау! Кто бы мог подумать? Ну, хотя, очевидно, с дальней дистанции у него хороший выстрел. Первое место, Пайпер! Сверхнеожиданная тема, вот ей-богу. Очень неожиданная тема. Четвертое место сходу, Динамайк. Угу, ну здесь тоже теперь интересно. Я теперь даже не знаю, как прогнозировать. Я бы Прикиньте, Спайк вообще вылетел с топа. Спайка опередили Пайпер, Тик, блин, Динамайк, капец какой-то. А Трика просто дает больше. Второе место. Ха-ха-ха.
Кольт! Да как это работает? Мы что, в разную игру играем или что? .457, третье место. Ну, я здесь ожидаемо был. Ого! Ого! 3.8! Макс быстрее всех развалил медведя. Вы в это можете поверить? Только один я удивляюсь от этих результатов. Пайпер, Кольт, Макс. Фух. О. Но тоже нет. 4.8. Офигеть. Даже не в четверке. Дэрил. О, ну вот здесь уже справедливо. Я рассчитывал, что Булл, Дэрил смогут показать. Но тоже Дэрил лучше всех развалил медведя среди всех бравлеров за 1,7 секунды. Вау. Но как же Булл? Булл, четвертое место. Пайпер выкинули с топа. Я думаю, Пайпер останется. Бум! Вот он, малыш, давай! Тупо топ-1, тупо топ-1! Не, не хватило. Просто не хватило выстрела. Но второе место. Вот сейчас уже прогнозируемо. Мистер Пи. Ну, тебя пофиксили, братка, так же. А Джеки здесь будет? Здесь, возможно, не будет Джеки, ребят. Хнык-хнык. Ой, опасно, 74 хп. Да, ребят, Джеки здесь не было. А видосик не такой уж и старый, но почему-то Джеки еще не было. Третье место у нас Макс, а второе Булл и первое Дэрил. В принципе, довольно прогнозируемое вот этих первых два места. Но когда попадали на топ-1 Пайпер, когда Макс был на топ-1, Кольт был где-то... Ну ладно, Кольт хорошо примерно, но что-то как-то... Тик, когда был на первом месте. Короче, бан на миллион лет. Забавный видос, я неплохо развеялся. Ребят, чекайте завтра каналчик. Обязательно подписывайтесь прямо сейчас. Не забывайте прожимать лайк. С вами был Аурум. Всем удачи, ребят.